Талантливая актриса, модель, красивая девушка с невероятно яркой внешностью – все это о Мирославе Карпович. Она для всех кажется хрупкой девушкой с мягким, нежным характером, но на самом деле она невероятно трудолюбивая и упорная. Именно по данной причине она смогла стать знаменитой в столь молодом возрасте. Мирослава Карпович появилась на свет 1 марта 1986 года в городе Бердянск. Мать все время посвящала обустройству дома и заботе о своей семье. Росла девочка в семье бизнесмена. Вместе с родителями она занималась сельским хозяйством. Уже взрослая она признавалась в интервью, что ей всегда была по душе эта деятельность, и она до сих пор с ностальгией вспоминает о запахе полей и о вкусе сочных украинских фруктов. Личная жизнь Мирославы Карпович всегда была объектом пристального внимания прессы. За спиной у девушки несколько ярких, но не продолжительных романов. Первым ее гражданским мужем стал Филипп Бледный. Познакомилась пара на съемках проекта «Папины дочки». Именно из-за него девушка съехала от своих родителей. Но вскоре Карпович вернулась в свой дом, сообщив журналистам о том, что с Филиппом ей не удалось найти общего языка. Затем молодой актрисе стали приписывать роман с известным певцом Сергеем Лазаревым. Познакомилась пара на фотосессии. Между ними сразу появилась искра. Поклонники уверяли, что из них могла бы получиться красивая пара, но романа не состоялось. Звезды стали друзьями. Еще одним гражданским мужем Мирославы оказался Егор Крид. Несмотря на то, что актриса старше его на 9 лет, между ними были очень теплые и доверительные отношения. Какое-то время звезды жили вместе, но вскоре они расстались. По словам Карпович, причиной этому стал слишком ветреный и безответственный характер Егора. На съемках одного из проектов Мирослава познакомилась с Аристархом Венисом. Между парой сразу же возникла страсть и завязался роман, но молодой актер разбил сердце девушки, он предпочел ей другую. Последнее расставание стало большим ударом для Мирославы. В интервью она неоднократно признавалась, что больше не желает строить отношения и все свое свободное время планирует посвятить исключительно карьере. Летом 2020 года в средствах массовой информации стали появляться новости о том, что Мирослава Карпович и Павел Прилучный вместе. Поводом для этого стали совместные фото с отдыха в Крыму, где парочка мило проводит время на берегу моря. Девушка даже была замечена с детьми актера, который недавно развелся со своей женой. Многие поклонники пришли к выводу, что именно Карпович стала причиной распада семьи Прилучного. Сами звезды эту информацию никак не комментируют.